Ну что ж, ребят, наступил март, весна на дворе, ох, тепло, хорошо. Ладно, мы в Москве, кого обманываю. Короче, мне исполнилось 18 лет, как все вы знаете. И сегодня 17 число, суббота, и мы отмечаем мой ДР с Тим Крис. Поэтому пошлите, я вам покажу, как это все выглядит. Надеюсь, что все у нас получится, потому что на 41 думали. Let's go, пошли. Привет, привет, привет. Давайте помашем Ютубу. Мы готовимся и надеюсь, что все пройдет хорошо. Я очень волнуюсь, поэтому не судите строго. Это мое 18-летие. Я решил, что пора всем показать мое истинное лицо. Никто не знает, что я буду в костюме панды. Все будут думать, что это какой-то просто чувак-аниматор, который развлекает людей. Но это не чувак-аниматор, это я. Возможно, меня узнают. Нет. Would you take it? Please pick up, cause I've been calling you. Can't ignore it. Did I give you, did I give too much of my attention? Or what is wrong with that? Slowly turning into history. Where do we go? Doesn't mean anything to you, cause it means everything to me. Not the way that it has to be. No, doesn't mean anything to you, cause it means everything to me. Not the way that it has to be. No, 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 burning bridges. Burning bridges. Burning bridges. Что ты хочешь Крису пожелать сегодня? Ой, всего. Всего. Счастья, здоровья очень крепкого, новых песен, новых поклонников. Больше всего нового времени. Да. Любви, удачи в семье, во всем, счастье. Я могу подарок. Больше песен, которые просто завораживают. Я стала... Будет ли клип на новую песню? Мы пока думаем над этим. Наверное, нет, скорее всего, потому что эта песня не моя, и не я за нее ответственна. Это песня Джауста, мы как коллаб. Ой, ладно, привет! Иди сюда, давайте поздравим. В России. И какие планы вообще на будущее? Здесь всегда это как headquarters, как наш дом, не знаю, Москва все-таки это дом. Но где я буду жить, пока что не знаю. И после заморачиваться, я заходила, знаю, номер 9. Ну, куда-нибудь, смотрите, что надо будет делать. Вам нужно будет придумать новое название новому альбому, новому Крису. Второе, это нарисовать обложку к этому альбому. И третье задание — нарисовать новый мерч. Чувствую, как по венам льется ток. Я тебя читаю между строк. Нашу связь им будет сложно разорвать, стереть, сломать. Там, где нет границы рубежа, мы кружим на лезвии ножа. Но с тобой они не смогут разгадать. Номер 9 и команда номер 5. Ну это прям очень красиво.
Команда номер 7. У команды номер 7 пока что маленький кубок. Между нами ураган, между нами ты вулкан. И сегодня точно мы убежим на край света. Каждый из вас особенный. Знаете, очень много книг есть про то, что никто не особенный, мы все одинаковые, все мы люди. Неправда. Каждый из вас специальный человек. Каждый из вас особенный человек. Я вас всех безмерно люблю. Ребят, ну вот мы закончили с фан-встречей, и я хочу сказать, что это был один из самых позитивных дней вот наступившего 2018 года, и вот говорят, как год начнется, так и продолжится. Вот я считаю, что так же с днем рождения. Я рад, что мой 18-й год жизни начался именно с этой позитивной ноты. И я вам всем безумно благодарен за то, что вы пришли. Это было, правда, очень круто. И, блин, особенно момент, когда вы пели. Я не плачу, если что, мы просто с улиц. А, когда вы пели «Глубину», вот что-то вот здесь ёкнуло, потому что это было, правда, очень круто. И я даже не знаю, что говорят в таких случаях. Я просто вам безумно благодарен. Я не знаю, что такого особенного сделать, что я вас заслужил. Но я вам хочу сказать одно. Будьте собой, будьте настоящими и не стесняйтесь себя никогда. Делайте то, что вы хотите, и живите свою жизнь, а не живите жизнь, которую вам говорят жить. Будьте особенными. Будьте собой. Пока. Team Kris! Team Kris! It's a building power! Team Kris!